Отпуска.
Скоро наша полная победа. И мы поедем в Дрезден. Москва, Дрезден. Чуть. Умереть можно. Послушай, Пусенька. Кто-то мне говорил, что здешняя учительница твоя сестра. Ну и что? Ну да, сестра. И что с того? Не очень-то она нас любит, твоя сестра. Может быть, она тебе понравилась? Ой, выдумываешь. Таких женщин я не люблю. Кроме того, у нее ноги толстые. Да, это верно. Она немного толста. Да, но ты мне никогда не говорила, что у тебя здесь сестра. А зачем? Мы с ней почти никогда не встречались. Она совсем другая. Какая другая? Мы жили в городе, она поехала в деревню учить детей. Всем довольна, все ей нравятся. А что она от этого имеет? Значит, большевичка? Ну, может, и большевичка, кто ее знает. Эта противная баба нас когда-нибудь отравит. Ничего, мы ее как-нибудь повесим. А скажи-ка, когда уехала твоя сестра из города? Я тебя совершенно не понимаю. Ты говоришь, что тебе не нравится моя сестра, а сам все время расспрашиваешь. Если я ее интересуюсь, не как женщина. Будь уверена, не как женщина. Золотка. Комендатуру. Слушай. Ну, милая, мне по делу. Сегодня у меня много работы. А я опять одна стою. А ты не скучай. Забери патефон. Обед тебе принесут, и я скоро вернусь. Ну, офигазин. Мелкая картошка. Умереть можно. Ты всегда такая? Что ты мне совсем не ощущаешься, а? Вот так посмотрела. Да что, я не человек, что ли? Целый день слова не сказать. Умереть можно. Кажется, я вам ничего дурного не сделала. Почему мне не отвечаете? Зачумленная, что ли? Ты хуже зачумленный. Хуже. И умрешь хуже, чем от чумы умирают. Чего от меня хотите? Чего от меня хотите? Что мне было делать? Подохнуть с голоду? Ждать? Чего ждать? Они здесь навсегда останутся. Надо же мне было как-то устраиваться. Это говорит русская. Жена командира. Сережа, наверное, давно погиб. А Курт неплохой человек. Да-да-да-да-да-да. Я знаю, неплохой человек. Я не хочу здесь больше жить. Хватит с меня всего этого. А он возьмет меня с собой в Дрезден. Там лучше, чем здесь. Ну что у меня здесь за жизнь была? Что, а? Не за каждой пары чулок ломай себе голову. Вот-вот. Тут ты и вся. Чулки. А твой Курт никуда тебя с собой не возьмет. В Дрезден. Бросит. Как всех таких потаскушек бросает. Еще раньше брось, чем самому удирать придется. А уж придется.
Ничего, ничего, сиди себе тут спокойно. Спи с немцем на моей перине. Вот наши придут, они тебе покажут, где раки зимуют. Ладно, ладно. Вот я скажу Курту, почему вы так долго по воду ходите. Как только придет, скажу. Скажу, что вы к сыну ходите. Ты откуда знаешь, куда я хожу? Ты откуда знаешь? Часовой! Я знаю все, что мне надо. Айнфюрер, забежи! Была в партизанском отряде. А почему ты вернула в село? Зачем они тебя прислали? Меня никто не присылал. Я сама пришла. Как же так? Была в партизанском отряде, а потом вдруг пришла домой, в село. Лучше скажи сразу, зачем прислали? Я сама пришла. Я не могла больше. Почему же? Плохо пошли дела, а? У вас командира застрелили, а? Отряд распался, да? Про отряд я ничего не знаю. О, я пришла сама. Я пришла домой. Не хотела больше воевать, да? Нет. Не могла больше. Почему же? На роды пришла домой. Что такое? Рожать пришла. Вот она что. Швендель, сними платок. Пальто сними. Значит, ты хочешь спокойно родить ребенка. Иди сюда. Ты это знаешь? Это учительница. Не знаю. Ты чего, Ольга? Чего тебе надо? Я знаю, у тебя Ниночка больна. А тебе что? Мы тебе с Куртом можем помочь. Вот возьми шоколад для Ниночки. Можешь передать своему фрицу, что я их ненавижу. Что ты, что ты? А еще больше я ненавижу тебя. Дура! Курт,
случилось? Зачем пришла? Мне так скучно. Мне так грустно. Мне так ужасно страшно без тебя. А тебя все нет и нет. Что за интерес тебе разговаривать с какой-то старой бабой? Старая баба? Партизанка. Партизанка? Курт, что ты говоришь? Ведь она вот-вот родит. Ну вот видишь? Бери, гори. Я скоро приду. Курт, золотко. Разреши, я посижу одну минутку, посмотрю на нее. Ну хорошо. Только это очень скучно. Так, значит, ты хочешь спокойно родить. А на прошлой неделе ты взорвала мост. Я. Кто тебе помогал? Никто. Я сама. Врешь. Мы же знаем. Лучше скажи сразу. Никто. Я сама. Dreck auf der Fluchte. Ну хорошо. А где твой отряд? Послушай, ты есть мать. Ты мать. Где скрывается отряд? Ничего я не знаю об отряде. Ушли. Куда ушли? Не знаю. Ты коммунистка? Нет. Я еще малосознательная. Эльбери! Пошли! Уведите ее в сарай! Посидишь на морозе, подумаешь, а когда подумаешь на морозе, позови часового, он мне скажет. Руш! Предзнаменование. Это доброе предзнаменование. Thank you.
Беда, беда, какая. Мама, это ж тетка Олена. Да, сынок. Тетка Олена. Она ведь в одном отряде с нашим отцом была. Вот, немецкий солдат нас учит жить. И он не подозревает даже, что учит нас еще одному. Чем была для нас наша страна? И там, где хоть один день побывал фашист, не будет равнодушных к советской власти людей. Картошки отнесу. С вечера в горшке осталось. Что ты? Пропадешь. Зря без пользы пропадешь. Меня не углядят. Отнесу. Это я, Мишка. Иду. Иду, иду. Тетка Алена, а Лючихин, Мишка. Мишка упал.
Я пойду к тетке Олене. Молчи. Никуда ты не пойдешь. Убили нашего Мишку. Саша? Фриц, проклятый. Ах, да, он. Может, и не надо было. Может. Надо было. Доченька. Ох, надо было. Ну, где же нам его хоронить? Утром ведь они начнут шататься искать. Давай в саду похороним. Можно в саду. Услышат, выстрелят. Да и земля жесткая, как камень. Разве только снегом его забросать. Надо его в хате хоронить. Останется он с нами. Будет лежать в своей хате. Другого ведь ничего не придумаешь. Здесь никто не найдет. Надо найти. Кто утащил труп? Чей мальчик? Не знаю. А что вы знаете, Гаплик? Я делаю все, что могу. Я вами недоволен. Совершенно недоволен. Ваших усилий не видно. Сведения от вас почти не получаем. Об Олене Костюк Ясбит сообщил. А еще что? Об учительнице я сообщил. Об учительнице это весьма немного. Люди с ума посходили, господин капитан. Молчат. Раньше было и поссориться, и подерутся. Были и недовольные. А теперь как воды в рот набрали. Слово от них не вытянешь. Только смотрят. То есть как смотрят? Смотрят и молчат. Не морочьте мне голову, Гаплик! Смотрят, смотрят! Молчать! Мы заставим говорить. Все село повесим. Больших и маленьких. Я наметил новый список заложников, господин капитан. Ступайте. Кроме того, Гаплик, помните, что до сих пор еще не сдан хлеб. Хлеб они припрятали. Закопали, господин капитан. Я сам не могу ничего сделать. Нужна помощь армии. Разве я вам отказываю в помощи? Я вам дам солдат. Обыскать надо каждую хату, понятно? Постараюсь исполнить, господин капитан. Значит, помните, Гаплик, труп мальчика должен быть найден. Слушаюсь. Это ему, чтоб земля в глазки не засыпалась.
возьми, Зоечка, комочек. Сыпь на брата. Саша. Ну вот. Утоптать надо. А то эти не могут прийти, узнать, разрыть. Вы что, порядка не знаете? Вытащить номера? Жители не внесли назначенного с них натурального налога, то есть хлеба. Предупреждаю, что срок сдачи налога натурой, то есть хлебом, по ранее объявленным нормам, кончится в течение 3 дней с момента объявления настоящего приказа. Кто в течение 3 дней не выполнит долга в отношении к родине и германской армии, будет приговорен... Дозвольте спросить. Кто там? 412. Кто такой? 412. Фамилия? 412. Чего тебе? Дозвольте спросить. Вот и исполнять свой долг по отношению к какой родине? Известно какой. На какой живешь? Германской родине. Германской армии. А, понятно. Кто в течение 3 дней не выполнит долга в отношении к родине, германской армии будет приговорен согласно предписанию о невыполнении распоряжений власти о саботаже актов сопротивления смертной казни. Комендант капитан Вернер. Все слышали? Все. Все поняли? Поняли, как надо. Вы куда? Есть еще одно дело. Дело такого рода. Сегодня ночью кто-то пытался передать хлеб. Арестованный партизан. Хлеб пытался передать мальчик лет 10. Преступник застрелен. Держи, Скума, а то он заметит. Тело малолетнего преступника было похищено и скрыто неизвестным злоумышленником. Кто знает что-либо о преступлении, о личности преступника и виновниках похищения трупа, должны явиться к дежурному в немецкую комендатуру и сделать сообщение. Ну, чего смотрите? А?
ради обеспечения порядка и для гарантии поимки злоумышленника немецкая комендатура распорядилась задержать в качестве заложников следующих жителей деревни. Баланчук Ольгу. Сыченко Алексея. Чичер Марию. Пашенко Остапа. Рахача Осипа. Ну-ну, не я один. Если в течение 3 дней виновники не будут найдены, если в течение 3 дней не начнутся поставки хлеба, заложники будут повешены. Все, можно идти. Собрание кончено. Можно расходиться, за исключением тех, чьи фамилии перечислены. Вам 15 гривен. Детей не беспокойся. Мы всем селом смотреть будем. Я к своим возьму. Слышь, Мария! Опа! Номер. Какой номер? Разве номера только людям вешать? Скотине не надо? Номера вешать людям. Только людям. На! Ну, Васько, снимай номер. Это только людям. Понятно? То-то. Скажи, кукушка, наши скоро придут? Скоро. Отец с ними придет? Придет. Ну, как, скот пасется? Пасется. Цвык! Цвык! Thank you.
Молока? Молока нет. Корову фрицы забрали. Was? Kann jeden Augenblick losgehen. Schöne Geschichte, was? Thank you.
дождались мы. О чем ты, Иван Петрович? Товарищ лейтенант, чует мое сердце, будет у меня сын. А жена-то какая? А ну-ка, покажи. Давай, давай. О, хороша. Яхши. Базе. Ох, и красивый. Хорошая. Да, хорошая. Хотел бы я знать, кто у меня, сын или дочь? Сын. Значит, ты родила здорового, живого сына. Но теперь, я думаю, ты станешь умнее. Теперь дело не только в тебе. Тебе ты можешь спасти или погубить сына. Вчера ночью тебе хотели передать хлеб. Кто это был? Не знаю. Как же так, не знаешь? Не знаю. У кого из твоих соседей есть дети? Дети? У всех есть дети. Как же без детей? А как ты думаешь, кто мог передать хлеб? Кто мог поселять мальчика лет 10-11? Не знаю. В деревне мальчиков много. В каждой хате дети. Ну ладно. А скажи, где сейчас может быть товарищ К. Кудрявый. Так зовут твоего начальника. Где он теперь может быть? Не знаю. Не знаешь? А где он был, когда ты вернулась в село? В лесу. В каком лесу? Не знаю. Du wolltest wissen, so. Einen Beich geworfen und ich weiß nicht, Anfang! Знаю, не знаю. Послушай, ты ведь мать, у тебя есть сын. Ты хочешь, чтобы он был жив и здоров, чтобы он вырос? Да, хочу. У тебя есть возможность спасти его, есть возможность сохранить жизнь себе и ему. Я даю тебе эту возможность, не будь дура, используй ее. Подумай, Красная Армия разбита, все кончено, зачем молчать? Не знаю, не знаю. Ты знаешь. Я могу тебе простить твое преступление. Ты будешь спокойно жить в село. Воспитывать ребенка. Мне тебе жалко. И твоего ребенка жалко. Ты себе не жалеешь. Пожалей хоть сына. Ты дала ему жизнь. Ты не имеешь права отнимать ее у него. Как? Ты же понимаешь, хорошо понимаешь, не будешь отвечать твоему ребенку смертью. Подумай немного, я подожду. Я ничего не знаю. Ах ты так? Я с тобой как с человеком. Подожди, я тебе покажу. Фельдфебель! Вахе! Вахе! Я не перестань! Большие гим! Я с тобой больше нянчиться не буду! Ну, будешь
тебе только один ребенок? Нет. Как? У тебя еще есть дети? Тот же ли сыновья? Сыновья. Одни сыновья. Там в лесу, кудрявый, из-за леса, сыновья. Где партизаны? Цыпленки жареные, цыпленки вареные, цыпленки тоже вот удалили. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Ты встань, раз перед судом находишься. Так я говорю, товарищ Кудрявый.
кудрявый. Ты чего пистишь? Маленьким прикидываешься, что ли? Прошу, спокойно. Ты дурака не валяй. А ты записывай. Староста. Встань. А раньше кем был? Ну что же ты молчишь? А ты расскажи, как Алену костюм замучили. Что в школе делал? Ну? Что? Разучился по-русски разговаривать. Эй, ты! А ну отвечай, это как пророк тебе Богу. Евдоким Петрович. Да что там, Евдоким Петрович? Евдоким Петрович. Евдоким Петрович. Ну что ж, товарищ, ясно? Ясно. Люди, люди добрые, пожалейте меня, прошу я вас, больше никогда не буду. Судьи мои дорогие, меня заставили, силой заставили. Силой заставили, судьи, милые мои, пожалейте, прошу я вас, пожалуйста, пожалейте, прошу я вас, детьми вашими заклинаю. Да из-за тебя, собачьи семьи, гибнут наши дети. Встань, иди, род. Меня заставили, силой заставили. Ишь ты, заставили его несчастненького. Господи, не смей креститься. Пожалейте. Евдоким Петрович, пожалейте, Господом Богом молю. Ты Бога не трогай. Это не твой Бог, это наш Бог, наш. Он немцам не продается. Не трогай Бога, не проси. Революционный суд именем советской власти приговорил обвиняемого Петра Гаплика, кулака, петлюровца и немецкого староста за измену родине и предательство к смертной казни. Приговор привести в исполнение немедленно. Исполняйте. Пожалейте, судьи мои дорогие! Пожалейте, пожалейте! Ахтунг! Старосту нашли? Никак нет. И штаб освонили? Так точно, господин капитан. Что вы спрашивали? Спрашивали, дала ли арестованные показания. Что вы сказали? Доложил, что никаких показаний не дала. Староста найти! Разрешите доложить, мы всюду искали, нигде не нашли. Вы не по воздуху летели, а ушли. Что делали патрули, спали? Босиком.
Валенки-то у них забрали. Смотри, весь в крови. Закурить, сынок. Нам бы хлеба. Директуру. Давай, скорее. Бери, бери, я еще принесу. Господи, возьмите. Возьми, родимый. Эки альда хавапио. Не нужно! Граждане, отойдите! Не рискуйте своей жизнью! Женщины! Матери наши! Стреляй! Собери к ребят, надо на перерез бежать. За поворот, знаешь? Бросьте на дорогу хлеб да картошку, может, наши хоть кусочек подберут. Ребята, скорее за мной! Пленным хлеб на дорогу надо отнести. Бежим садами, там ближе. Скорее, скорее, ребята! Быстрее! Скорее. Страшно. Опять сколько народу побили? А ты страшного не бойся. Только испугайся один раз с тобой и сделай все, что захотят. Вася их тоже не боялся, а все равно его застрелили. И Пощука. А я разве говорю, что не застрелят? На то он и фашист, чтобы убивать. Не в том сила. А в чем сила? Сила в том, чтобы держаться за свое и не уступать. Сила в том, чтобы молчать, когда нужно молчать, чтоб словечко из тебя выжить не могли. Самое главное знать, что все это кончится. И ни один из них отсюда живым не выйдет. Ты в последнее время совсем со мной не разговариваешь, будто меня и на свете не существует. У меня сегодня тяжелый день, я устал. Эта беременная женщина ничего не сказала. Заложники молчат, все молчат. Молчат и смотрят. А пленным, пленным все хлеб приносили. Послушай, Пусенька, не поговоришь ли ты с сестрой? С сестрой? Ну да. Ты мне должна помочь. Ты должна говорить с учительницей. Она знает много нужных вещей. Нет, она же не будет со мной разговаривать. Объясни ей, что для нее будет лучше.
если она начнет работать с нами. Да она со мной не будет говорить. Почему? Разве ты не видишь, что здесь со мной никто не разговаривает? Я будто прокаженная. Ты опять свое. Объясни ей, что я все знаю. Если она не скажет, где партизаны, кто убил старосту, я прикажу ее арестовать и повешу. О! А ты что думаешь? Если она твоя сестра, я ее не повешу? Повешу. А мне совершенно безразлично. Вешай. Ну, а мне что? Конечно, я могу поговорить. Только она мне ничего не скажет. Она должна сказать. Она должна сказать. Курт! 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 Она должна сказать. Войдите. Саша? Ольга, ну чего ты? Зачем ты пришла? Послушай, Ольга, тебе грозит страшная опасность. Оленька, я хочу тебе помочь. Отказываясь от моей помощи, ты делаешь глупость. Ну, подумай хоть о Ниночке. Оленька, золото. Ведь мы с тобой сестры. Ты не забывай этого. Ты одна родная мне. Я хочу помочь тебе. Вот я тебе принесла. Датские консервы, голландский сыр, французские бисквиты, сахар, сгущенное молоко. А это... Шоколад для Ниночки. Умереть можно. Это немецкое лекарство, которое лечит от всего. Что с тобой? Я думаю, неужели нас родила одна мать? Да-да, Оля. И во имя нашей матери ты не должна отказываться от моей помощи. Они пришли сюда надолго. Но совсем надо как-то устраивать свою жизнь. Посмотри, что с тобой стало. Наша мать. Не смей вспоминать о матери. У тебя не было русской матери. Ты очень раздражена, Ольга. Ты не понимаешь, что не сегодня, не завтра тебя могут арестовать. Ты потеряешь жизнь, не успев узнать ее. А я тебя могу спасти. И что для этого надо? Оленька, золотко, совсем немногое, и кроме нас с тобой никто не будет знать. Где партизаны? Кто убил старосту? Оленька, Оля... Жалеешь.
Да что ты, да что ты, мать, что ты? Вы. Мать, а мать? Ну-ну, мать, мать! Ничего, ничего, вы родные. Да ну, мать, успокойся, ну успокойся. А в селе-то немцы, и в хате немцы. Знаю, ты-то здешний? Ну как же, конечно, здешний. А это что такое? Моя немецкая фамилия. А вы есть-то не хотите? Да нет, мать, не хотим. Мы ведь не есть сюда пришли. Нам бы разузнать, где немцы находятся, где что у них есть. А наши-то на село пойдут? Да придут, придут, мать. Вот только нам бы разузнать, что где находится. Скажу сейчас. Село-то у нас большое. Ага. Дворов 300. Так. Вон на площади немцы-то пушку поставили. Ага. Спасибо, мать. Хороший ты человек. Ну, будьте здоровы, сыночек. Скорее возвращайся. Я пойду погляжу. А, Федосия! Вечно вас ждать надо. Приготовьте постель. Куда это вы ходите? А куда надо, туда и хожу. Подожди, вот я скажу мужу. Как только придет, скажу. А мне-то что? Скажи и скажи мужу. А я и сама могу сказать. А то у тебя что-то не получается. Да вы это что? А я ничего. Ты хотела сказать, ну и скажи. На то ты и живешь, чтобы шпионить, немцам ябедничать. Ну и беги, скажи. Так и знаете, скажу. Скажу, что вы по утрам ходите в ров к сыну. Курт велит вас арестовать. Вы отлично знаете, что да не разрешается таскаться. Вот напугала. Боюсь я вашего ареста. Прямо так и трясусь от страха. Ты дрожи. Ты бойся. Ты плачь от страха. Да вы что? Нет от чего бояться. Людей бойся, они тебе не простят. Моему Васе лучше в обраге лежать, Ливанюку лучше в петле висеть, а Лене было лучше голой по морозу бегать. С кровавыми слезами плакать будешь, что ты не на их месте. Уходите отсюда, немедленно уходите. Невелика мне радость на рожу твою глядеть. Вон из дома! Ты еще вспомнишь, как меня из моей собственной хаты гнала. Вейгни.
губят они сейчас людей хуже, чем в 18-м году. А, конечно, хуже. Но только всех не погубят. Будь кому и посеет, и обстроится. Еще лучше, богаче. Умнее будем жить, чем жили до войны. Все-таки самой хочется увидеть, как будет после войны. Нет, я бы не только этого хотел. Я хотел бы посмотреть, как последний фашист подохнет тут, в нашем селе. Сережа! А я думал, твоим последним словом будет мама. Это была моя жена. Я не иду, проклятую! Они! Что вы делаете?
Женщины! Мы должны отпустить нас! Женщины, дай хоть одного процента! Ты моего мишку убил! Этот рыжий моего сына! Дай хоть одного! Не вот этот мишку моего! Стойте! Стойте! Стойте, бабы! Стой, Карпина! Стойте! Прикончить их хотите? Минутка, две, и все кончено? За Ливанюка, за Олену, за Васю моего, за детей наших, за всех загубленных двумя минутками расплатиться? Нет! Пусть дождутся своей судьбы! Пусть до конца ее выпьют, до последней капли! Эх, бабы, кто из них сейчас умрет, большой выигрыш выиграет! Нет! Нет, нет! Пусть раньше дождутся, чтобы их бабы и собственные дети отреклись от них. Пусть они скажут, нет, это были не наши отцы. Пусть перед судом народа ответят тогда за горе и муки наши. Пусть гнев народный падет на их головы. И земля их не примет окаянных! Радуга добрая предзнаменовала.